Сегодня Северсталь Вояж находится в самом крупном городе Балтии, в ее жемчужине, в городе Рига. Рига очень старый, красивый город. Ему более 800 лет. Снежок пошел. Фильмов исторических было снято в Риге. 17 мгновений весны, приключения Шерлока Холмса, щит и меч и многие другие. Память об этих фильмах можно увидеть, например, ресторан Юстас, гостиницу Алекс. Это относится к 17 мгновениям весны. Сейчас попробуем найти ту самую дверь из Шерлока Холмса. Бейкер Стрит 221B. Нам сказали, что эта дверь находится где-то у 22-го дома. Где-то здесь. Но если ничего не напутали, то она вот. Тут, к сожалению, все закрыто. Все рядом. Юстас, Шерлок Холмс. По этим улочкам ходили Ливанов и Тихонов. Отсюда русская речь. Вот наши сани едут сами. Ну, ребята из Москвы приехали. Кстати, кого интересуют цены на недвижимость в Риге, в спальном районе она начинается от 150 тысяч евро примерно. В центре около 700. Вот такой вот каменный козлик стоит почти 4000 евро. Масса. Еще ребята москвичи. Кстати, литр бензина здесь стоит 1 евро 15 центов. Достаточно дорого. А мы с вами сейчас подходим к центральной площади города Риги, площади Свободы. Стоит памятник. Называется памятник Свободы. Он поставлен в 1935 году. В самом начале 18 века, во время Северной войны, русские войска начали осаду Риги. Продлилась она порядка 10 лет. После этого Рига стала частью Российской империи. И, кстати, на месте этого памятника, памятника Свободы,
стоял памятник Петру Первому. На этом памятнике отражены все вехи истории Латвии, начиная от древних времен и кончая красными стрелками. Кстати, поставили его в 1935 году. И на нем написано «Отчизне и свободе» или «Отчизна и свобода». Что-то такое. Вот почетный караул стоит. Ребята тоже с М-16. Вот это, кстати, скорее всего, латышские стрелки. Только они почему-то в немецких касках. Хотя были коммунистами. Вообще, практически всю свою историю Латвия постоянно находилась под кем-то. Сначала это были немецкие герцоги. Потом, во время осады русскими, это было польско-литовское войско. Затем с 41 по 44 опять же были немцы. Очень сложная, долгая история. Такой детский городок в центре города. Интересно. Кстати, в Латвии есть так называемая родительская зарплата. Это сколько мама получала до декрета на основной работе, столько ей платит государство во время декрета. Да, это не детский городок, это мини-зоопарк кроликов. Круто. Такая ярмарочка. Девчули тоже местные ходят тут. Люди гуляют. Елочки везде рождественские. В основной массе своей латыши исповедуют лютеранство. Ну, здесь можно увидеть православный собор Христа Рождественский, огромный, очень большой, очень красивый. Красота. Кстати, кто еще не посмотрел елки, можете сделать это в Риге. Константин Райкинс приедет. Вот вроде Европа. Все по-европейски. Расплачиваются евро. Но все говорят по-русски. Поэтому чувство родины не покидает ни на секунду. А мы с вами находимся на домашней арене Динамо. Арене Рига. Это достаточно большая арена, построенная к чемпионату мира 2006 года. И она вмещает в себя 14 500 мест. Очень большая, красивая, удобная арена. Тоже можно подойти и в настольный хоккей поиграть. Еще всякие развлекаловки. Алдарис бар. Алдарис — это известная рижская марка пива.
тренируются. Магазин. Вообще арена внутри чем-то похожа на супермаркет. Лень. Это бизнес. Здесь все шикарнее. Ковер. Все дела. В общем, со съемками тут все сложно. Сейчас подошли охранники. Сказали, что снимать тут вообще нельзя внутри арены. Но мы попытаемся. Самые преданные болельщики Северстали. Даже в Европе нашли команду. Нигде не спрячешься. С Урала человек. Только не дергай. Держать. Шпион.